Совет по этике держит на своем контроле поведение госслужащих. На очередном заседании рассмотрен ряд нелицеприятных фактов. К примеру, имел место факт пользования отдельными чиновниками услуг СИП-зала аэропорта Коркут-Ата без оплаты. По данному факту проведено служебное расследование. Кроме того, касательно коррупционных действий, имевших место в Шиерийском районе, были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении заместителя руководителя района управления общественного здравоохранения Айтикеевой, главного специалиста отдела образования Саргабаева, главного специалиста отдела финансов Жолдаспекова. На заседании совета заслушан отчет акима Шиерийского района о работе по противодействию коррупции.